сегодня собрались на эту сцену, то вы самые веселые и находчивые. Помните также, что в клуб ходят союзники, а не нервники. Следовательно, друзья – это соперники, которые собрались здесь, чтобы помериться своими силами. Помните это, тогда и игра будет искренне, веселой и интересной. Задача стояла непростая, ведь каждая команда была исключительно со своим индивидуальным видением темы, авторскими задумками, шутками и не всегда, к сожалению, смешными и удачными. Но игра есть игра. Жюри объективно оценивало, зрители искренне болели, команды старались. Как говорится, смеется тот, кто смеется без последствий. Девчонки! Да! А вы правда каратистки? Да! Приемы знаете? Да! А покажете? Ну, можно! Шеренгу становись! Готовы? Да! Сломался локоть? Да! Стрелка на колготках? У-у-у! Подруга купила такую же кофточку, как у тебя? О-о-о-о-о! Скидки 80%! Илья! Скоро Новый год! Темы шуток были актуальны, касались реалий нашей жизни, современного пристрастия детей к гаджетам, желания получить все сразу и без последствий. Сынок, ты играешь днем и ночью! В школу не ходи. Крутяка. Вот тебе конфеты и фрукты. Спасибо. Мы за тебя и уроки сделаем. Пошли там, в коридор. И учителям позвоним. Скажем, что зуб заболел. Нет, лучше живот, так вернее. Да хоть на пенсии играй. Мы за тебя ее получим. Обойдёточка. Итак, представьте себе, школьное коллекторское агентство по взысканию долгов. Долг платежом красен. Размер планет учиться дома. Мы не одеваемся в бутике модно. Наши папы не работают в банках. И мы не катаемся на этом марке. Новый год идет без долгов. У меня тут список должников. По литературе должен один идиот. Точнее, один идиот должен по литературе. Шишкин должен сдать Измаил. Как куда? Измаил и Шишкина выбивать. Иванова должна сдать преступление и наказание. Наказание поменьше, чем садятся на крыльцо. Отрадно, что об учебе ребята все же не забывали, как об одной из составляющих успешного будущего. Ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневники не смогла пробраться. Победителем игры, удачно поймавшим ту самую новогоднюю волну, стала великолепная семерка, представляющая, как нетрудно догадаться, школу номер 7. Команда многочисленная, веселая, танцующая и поющая. Второе место с отрывом всего в 1 балл заняли корнишоны плюс 10 из 10 школы. Настоящее открытие игры со своим понятным и хорошим юмором, продуманной концепцией выступления, смешными, незапланированными миниатюрами. Морозяки школы номер 5 стали третьими. Всем были вручены денежные сертификаты, а победителям достался еще один трофей, переходящий кубок. Игра окончена, но впереди у школьников города новые встречи в клубе веселых и находчивых. Пусть они станут еще интереснее, оригинальнее и веселее. Пусть зажгутся новые звезды, откроются новые имена. Пусть в зале, как поется в известной КВНовской песне, не останется пустого места. Мы поедем!